Страна еще не отошла от предыдущих ливней, как 14 июня новые дожди усугубили все последствия. Затоплены дороги в центре и на юге страны. В Кишиневе несколько дорог превратились в реки. На столичной улице Албишара участок между улицами Измаил и Негруци оказался заблокирован. Возле затопленного участка дежурила полицейская машина. Сложная ситуация сложилась и в микрорайоне Телецентр, однако автомобилисты продолжали движение. Мэр Кишинева Ион Чибан заверил в социальных сетях, что все коммунальные службы работают круглосуточно, несмотря на дождь. Уважаемые граждане, если у вас нет острой необходимости выезжать, оставайтесь в безопасности. По всей стране действуют метеорологические предупреждения. Периодически идут сильные дожди. Из-за обильных дождей по-прежнему существует опасность падения зеленых и высоких деревьев. Один из зрителей Ньюсмейкер снял видео из окна и прислал его в редакцию. Однако тяжело приходится не только столице. На трассе Хинчеш-Телепуш на М1 движение было затруднено из-за сильного дождя. В государственной администрации автодорог заявили, что этот участок дороги и еще 34 были успешно очищены. Из-за сильных дождей 13-14 июня в различных регионах страны пострадали 34 дороги республиканского значения. Для ликвидации последствий непогоды было мобилизовано около 37 единиц спецтехники и 88 человек. На юге нескольким домохозяйствам потребовалась помощь спасателей. В селе Алексеевка, Когульский район, пожарные вытащили из заблокированного автобуса 7 человек. В результате обильных дождей к утру 14 июня 5 домов в селе Валень Когульского района обратились к спасательным бригадам за помощью в откачке воды. Чтобы эффективно управлять ситуацией, Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мобилизовал оперативные бригады на юге страны с 6 мотопомпами. Синоптики обещают, что в эти выходные погода улучшится. Днем воздух прогреется в среднем до 27 градусов, а ночью охладится до 18. Неудачный выбор партнеров для танца совершили участники ансамбля народного танца «Жог». В результате директора Алену Стримбяну отстранили от должности, о чем стало известно 14 июня. Дело в том, что на прошлой неделе несколько танцоров сплясали с беглым олигархом Илоном Шором и башканом Гагаузии Евгением Гуцул возле стенда Молдавского двора на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Руководитель отдела маркетинга ансамбля Мария Андреуце подтвердила для одного из телеканалов, что Стримбяну временно не работает. Это решение приняли в Министерстве культуры по итогам внутреннего расследования. Коллектив ансамбля с распоряжением не согласен и направил обращение министру культуры Серджу Продану. В нем говорится, что в настоящее время коллектив занят репетициями для спектакля, который состоится в Национальном театре оперы и балета. Танцоры считают, что отстранение госпожи Алены Стримбяну в этот важный напряженный период деморализует артистов. Они просят аннулировать распоряжение. Ранее танцоры не сообщили, что едут в Россию для участия в форуме. Поездка состоялась за их счет. Самолет FlyOne рейса Ереван-Кишинев совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Атапень. СМИ соседней страны сообщили, что пилот запросил приземление из-за сообщения о бомбе. Правоохранители проверили самолет и багаж пассажиров. Сообщение о бомбе не подтвердилось. Разъяснение ситуации предоставил орган гражданской авиации. Эксплуатант не уведомил орган об изменениях в расписании за 3 дня, как того требует закон. В результате этот рейс не получил необходимого разрешения. В румынской прессе появились сообщения о скандале на борту самолета и об угрозах со стороны пассажиров. Ситуацию прокомментировал для Ньюсмейкера председатель правления FlyOne Владимир Чеботарь. Прибыли румынские спецслужбы, и после тщательной проверки самолета, пассажиров и багажа
нескольких человек сопроводили для дополнительной беседы. По данным Чеботаря, допросили 4 человек. Отметим, что на борту самолета находились члены блока «Победа», который возглавляет беглый олигарх Илон Шор. Они возвращались с Петербургского международного экономического форума. В своем телеграм-канале независимый депутат Марина Таубер осветила ситуацию абсолютно в другом свете. Кишинев отказался принимать летевший из Москвы через Ереван рейс с участниками съезда молдавского политблока «Победа». Согласно правилам, самолет Fly One должен вернуться обратно в Ереван вместе с пассажирами. Пытались бежать из страны в зерновозе. Украинские пограничники остановили для проверки грузовик, в котором оказался 41 мужчина. Водитель утверждал, что везет зерно, однако в прицепе находились граждане Украины из 12 областей страны в возрасте от 18 до 60 лет. Транспорт остановили в нескольких километрах от границы с Молдовой, неподалеку от села Новосельская Ренийской общины. На нарушителей составили административные протоколы по факту попытки незаконного пересечения границы, а двум организаторам незаконной переправки грозит уголовная ответственность. Владимир Путин назвал условия для прекращения войны в Украине. 14 июня в ходе выступления в Министерстве иностранных дел страны президент России заявил о необходимости вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Помимо этого, по словам Путина, Украина должна отказаться от плана вступления в НАТО, иметь нейтрально-внеблоковый безъядерный статус, обеспечить права русскоязычных, пройти денацификацию, демилитаризацию и принять новые территориальные реалии. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Условия Путина прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В соцсети X он дал понять, что Киев не собирается всерьез рассматривать условия России по прекращению огня. В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания прекратить конфликт. Это все полный обман. Поэтому еще раз, избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России. 15-16 июня в Швейцарии пройдет международная конференция, где будут решать вопросы, посвященные завершению войны в Украине. Россию на саммит не позвали. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители Москвы смогут принять участие в мирных переговорах с Украиной только после консолидации позиций международного сообщества. Устроили протест и потребовали отставки председателя парламента Игоря Грусу. 14 июня 7 независимых депутатов, которых отстранили от 5 заседаний, вышли на улицу перед зданием парламента. Это Василия Боля, Вадим Фатеску, Денис Уланов, Ирина Лозаван, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. 13 июня Грусу решил наказать их за блокирование трибуны и неуважительное поведение. Народные избранники считают, что спикер не дает высказаться оппозиции и ему следует уйти. Победа все равно будет за нами. Знаете почему? Потому что мы не сдаемся. Депутаты, которые вступили в блок беглого олигарха Илона Шора под названием «Победа», подготовили и подписали инициативу об отставке Игоря Гросу. Мы переходим к конкретным действиям. Сейчас мы подпишем документы, которые инициируют отставку Игоря Гросу за все то, что он творит в парламенте в нашей стране. Независимый депутат Марина Таубер добавила, что после подписания документов их передадут на подпись блоку коммунистов и социалистов. Председатель парламента Игорь Гросу ни на шаг не отступил от решения отстранить 7 депутатов от участия в 5 заседаниях.
Nu, ei nu o să intre pentru că este interdicția și dacă nu o să conformeze, o să-i rugăm să se conformeze. Acum. O să vedeți. Тем не менее, попытку депутаты совершили. После протеста они решительно зашли в здание парламента, но далеко забраться не удалось. Народные избранники сумели попасть в помещение, соседнее с залом заседаний. Но дальше проход перегородили сотрудники службы государственной охраны. Их сопровождали несколько членов фракции блока коммунистов и социалистов. Вот так, в темноте, в полной темноте нас не пускают на заседание парламента депутатов. Журналистам не разрешили зайти в зал, где находились охранники и группы. Под депутатов. В какой-то момент настойчивость народных избранников взяла свое, и дверная ручка поддалась. Что происходит? Слушайте, Что вы делаете? Независимые депутаты обвиняют руководство парламента в нарушении регламента. Odată nu este publicat monitor oficial, acest document nu există. Пока его не опубликуют в официальном мониторе, этого документа не существует. Я сказал об этом ребятам из охраны, их могут наказать за превышение служебных полномочий. Ei sunt posibile să fie sancționați penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Accesul la post în grădini este cetățenii. Проход перегородили иностранные граждане в футболках и кепках. Стояли там без удостоверений, не хотели их предъявлять. И мы не понимаем, откуда эти граждане. Комментировать обвинения председатель парламента Игорь Гроссу отказался. Я не комментирую обвинения организованной политической группировки. Двое из них угрожали. Один из них это сделал на предыдущем заседании, второй накануне. Я их предупредил, попросил принести извинения, они этого не сделали. Я поступил соответственно. Также на заседании 14 июня депутаты блока коммунистов и социалистов предложили выразить вотум недоверия руководству законодательного органа. Проект зарегистрировали. Глава фракции БКС Влад Батринча по ошибке сказал вотум доверия, что позабавило спикера. Фракция блока коммунистов и социалистов пропонует introducere în ordine de zi a proiectului de hotărâre privind exprimarea votului de încredere. Domnului Igor Grosu, vicepreședintele Parlamentului, pe motiv că în plenul Parlamentului sistematic deputații sunt atacați. Потренируйтесь еще и на следующей встрече предложите красиво, в постоянном бюро или на пленарном заседании. А выражать мне недоверие и не надо, пожалуйста, оно у меня уже есть. Однако предложение БКС в повестку дня не включили, поскольку постоянное бюро уже одобрило ее 13 июня. В знак протеста депутаты блока покинули зал заседаний. Протест оппозиции закончился задержаниями. 14 июня после митинга семерых независимых депутатов и их сторонников полицейские сопроводили на допрос 37 участников. В их числе был председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу. После документирования он сообщил подробности одному из телеканалов. «Меня привезли в инспекторат полиции сектора Буйуканы. Задержали местных граждан, которые не провоцировали, пришли на протест. Могу вам сказать, что в инспекторат привезли молодых людей, которые гуляли в парке и пили кофе». Пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник подтвердила, что число задержанных составляет 37 человек и других деталей не предоставила. Война в соседней Украине продолжается уже более 2 лет. И за это время взгляды жителей Молдовы на правых и виноватых могли измениться. Команда «Ньюсмейкер» решила узнать у кишиневцев, почему многие поддерживают российскую агрессию. Россия, в принципе, мощная держава. И без России мы не сможем просто жить там. Продукцию отправляем в Россию, а сейчас перекрыли там всю эту продукцию, и люди страдают, что меньше заработок, зарплата меньше. Consider că un factor determinant ar fi și influența prin intermediul presii de partea dată sau prin intermediul online. Persoanele care nu au posibilitatea să se informeze din surse diferite pentru a face o analiză cât mai critică, cât mai obiectivă pe cazul dat, tind să gândească într-un mod mai restrâns.
presupun că moldovenii nu susțin lucrul acesta, dar este un moment când moldovenii sunt, cred că, undeva cu Ucraina. Noi cândva am avut partea noastră, care acum deja istoric nu ne aparține. Adică hotarele s-au mutat și cred că Moldova are ceva din trecut spărări. Я думаю, что каждый человек найдет свою правду. Может быть, хотят поддерживать отношения с Россией. Я так думаю, тоже по экономическим и каким-то политическим вопросам. Да, это мое мнение. И мнение очень многих моих окружающих тоже. Не знаю, у нас общество разделено, так всегда было. Наверное, из-за этого они, не определившиеся, видят разные новости и ассоциируют себя с одной из частью. Думают, что эти плохие или эти хорошие. Так я думаю. Да, я даже не верил, что она может произойти. Мне когда сказали, я был шокирован. Dar îmi dau seama că mulți susțin din cauza că sunt ruși și cumva susțin partea lor, dar eu la fel cred că dacă, mă rog, mor oameni și sunt foarte mari probleme, eu nu cred că trebuie deținut cu oricare parte. Eu cred că ei cumva trebuie să împace și să oprească tot asta. Nu, propaganda, как обычно. Чужое мнение, ну, есть люди, которые зависят от других. С одной стороны, очень сильно стараются пропагандировать некие вещи. Я вообще на севере родилась, так что там мнение одно. Я персонально не поддерживаю ничего партии, ни Россия, ни Украина. Кредка на разбой удат. Ну, сон дивину уамени. Но аудиосферит уамени. Шастай фарти рау.